Всем привет-привет, мои дорогие мастера и коллеги. Вот наше чудо. Я его когда одела, я была в восторге от полученного результата. В нем настолько тепло и удобно и комфортно. А главное, сейчас приходят такие сильные морозы и холода. То есть, если я вдруг захочу поехать в какую-нибудь северную страну, то мне будет точно тепло, замечательно и хорошо. А так, вот смотрите, какая красота. Это у нас юбочка полусолнца на синтепоне, на плотном, на толстом. Вот, наш ватничек. Его настолько приятно гладить и обнимать, что мне все время его хочется вот так прижимать. Знаете, так вот. И такой чудо цвет, и так все красиво. В общем, я в полном восторге. Цвет, конечно, офигенный. Чуть-чуть добавит мишуры, и я готовая снегурочка. Ну, а если в каком-то другом цвете исполнить, ну, тогда не совсем будете снегурочка. Ну, в белом цвете и голубые оттенки, но хотя это тоже очень хорошо и прекрасно. Быть снегурочкой, исполняющей все желания и дарящие подарки. По-моему, замечательно. В общем, я настолько рада и счастлива тому полученному результату, который у нас есть. Впереди у нас еще с вами юбка солнца с перепадами. Спереди чуть выше, сзади чуть ниже. И прострочка будет вот такая вот параллельная полу. Прямая юбка с боковыми карманами. Прострочка вот так параллельно полу. Еще будет сумочка. И капюшончик. И я сейчас одену. Это так приятно. Единственное, что тут еще нет застежки. Да? Здесь еще нету наших кнопок. Вот. Поэтому вот смотрите. Да? Смотрите, какая прелесть. Вы только посмотрите на это. Вот это теплотища. Ну, тут, естественно, я все вот так сделаю. Посмотрите. А как богато смотрится, а как красиво. Каждой женщине желаю иметь такой костюм или такое пальто. И вот смотрите, как оно красиво у нас вот здесь обработано. Видите? Я распахиваю, а у меня здесь все четенько. Да? Вот так. И потом мне надо снять одну юбку и одеть другую юбку. Я это делаю очень быстро и легко. Так, только в другую сторону. Сейчас. Так, это лучше уже снять. Вот вы как раз тут очень много чего увидите. Помните наше красивенное вот это вот богатая, красивая снежинка? Вот, пожалуйста. Так, берем и растягиваем. Теперь у нас юбка отдельно и ватничек отдельно. Хотите, можно носить отдельно курточку до талии, вот такую. Пристегиваем обратно юбку. И едем на бал. По-моему, даже и под это платье очень хорошо все сочетается и смотрится. Так что вот. Мне очень интересно ваше мнение по поводу этого костюма. А следующее видео покажет, как я создавала юбку полусолнца на плотном синтепоне. И до конца мы доделали почти наш вид. То есть останется здесь только пришить наши кнопки. Я была рада вас видеть. Вы были на канале «Жить-шить». До новых встреч! Пока-пока!